Наталья Борисова, национальная вещательная компания «Саха». А Егор Афанасьевич, продолжая тему Нового года, как и где вы собираетесь встретить Новый год, какие уже сложившиеся у вас есть семейные традиции, ну и 2016 был для всех нас непростыми, какие у вас ожидания от предстоящего 2017-го? Спасибо. Новый год я встречаю в кругу семьи, собираемся все, внуки, дети, по очереди. В этом году наша очередь, мы себя дома должны принимать своих внуков. Это во-первых. Во-вторых, каждый год, уже это давно, традиция стала в час ночи. Я прихожу с супругой в Сахатеатр, и мы встречаемся там с Андреем Александровичем Борисовым, традиционно с Николаем Алексеевичем Логвиновым, Алексеем Сергеевичем Николаевым, Александром Николаевичем Черковым, и семейно так участвуем в мероприятиях «Сахатеатр». Это, по-моему, скоро уже 20 лет будет. Каждый год. Так, ну а так на рабочем месте. До поздна 31-го я на работе. 3 числа ежегодно встречаемся с одноклассниками. Ежегодно, сколько я помню, столько встречаемся. Ну, а потом уже на работу. 17-й год для республики будет сложный год с точки зрения перехода к новым методам управления. Мы бюджет формировали тоже достаточно сложный в рамках общей картины Российской Федерации. И мы будем очень большое внимание обращать к деятельности предприятий. И самое главное, начнем реализовывать стратегию развития республики до 2030 года. И будем заниматься уже началом той работы, которая связана с развитием местной промышленности.